Комбинированный метод вязания пупырышек. Набираем петли на спицы и затем провязываем 4 ряда лицевой гладью. Первый ряд провязываем лицевыми петлями, крайнюю снимаем и далее все петли провязываем лицевыми. Следующий ряд будем вязать изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем и далее все изнаночные петли у нас вяжутся. Повторяем так еще 2 ряда. Вот я провязала, и в следующем ряду крайнюю петлю снимаем и затем провязываем 4 лицевые петли. Далее вяжем шишечку. Для этого потребуется крючок. Следующую петлю снимаем с левой спицы и провязываем петлю, протягиваем ее. После этого вяжем 2 воздушные петли. И затем вот сюда, в ту петлю, которая находилась сначала на левой спице, провязываем несколько столбиков с одним накидом. Причем эти столбики у нас не законченные. И еще один я провяжу. И когда на крючке у нас будет 4 петли, захватываем нитку и провязываем их вместе. И вот пупырышек готов. Осталось перенести его на спицу. И вяжем дальше. Далее вязание повторяется. Провязываем 5 лицевых петель. И после этого вот такой же самый пупырышек провязываем крючком. Ну, я покажу еще раз. Берем крючок, вытаскиваем первую петлю из следующей петли. После этого 2 воздушные петли для подъема и несколько столбиков с накидом в ту петлю, которая была на левой спице. Причем эти столбики у нас не закончены. Вот я делаю накид, вдеваю крючок в эту петлю, протаскиваю и затем 2 петли вместе. Вот уже 4 петли, их провязываю вместе и перемещаю на правую спицу. И вот следующий пупырышек готов. Для вязания узора таким способом нужны спицы, которые не выпадают из работы. То есть подойдут не все спицы. И если вы вяжете очень рыхло, то тоже у вас ничего не получится. В дальнейшем узор повторяется. Провязываем 4 ряда лицевой гладью. И затем снова пупырышки, только теперь их вяжем уже в шахматном порядке. И вот такой узор получается. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!